И возвращаясь к празднику, в канун своего 101-го дня рождения Карачаево-Черкесия приняла 22-й международный фестиваль искусств «Мир Кавказу». Мероприятие собрало большое количество творческих коллективов. Деятель культуры и искусства, а также эстрадных исполнителей из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Свои яркие номера жителям нашей республики во всех ее, без исключения, муниципалитетах представили ансамбли и сольные исполнители из регионов Северокавказского и Южного федерального округов, а также ЛНР, Херсонской области, Республика Абхазия и Южная Осетия. Кого принимали город Карачаевск и Карачаевский район, узнаете из материала Ахмата Халкечева. Вот уже на протяжении более двух десятков лет фестиваль «Мир Кавказу» ежегодно собирает лучших вокалистов, мастеров народного искусства и хореографические коллективы не только регионов Юга России, но и стран ближнего зарубежья, с которыми нас объединяет общая культура и история. Переходящее право хозяйки фестиваля Карачаево-Черкесии в этом году досталось впервые. Жители и гости города Карачаевска в эти праздничные дни своими яркими музыкально-хореографическими номерами радуют гости из Кабардино-Балкарии. Это коллектив легендарного государственного ансамбля «Балкария» и эстрадный исполнитель Руслан Мусукаев. Давно здесь не были, и нас поражает природа, горы, вот эта красота. Сегодня солнечный день, и мы с удовольствием полюбовались еще раз. Желаю процветания Карачаево-Черкесскому народу, городу Карачаевску. Вот сегодня мы здесь, поэтому особое пожелание. Дай Аллах, чтобы народы процветали, жили в мире, в согласии. Жители города ждут этого представления. Надеюсь, наши жители города получат особое удовольствие лицезреть танцы ансамбля «Балкария». Ну и наши гости останутся с хорошим впечатлением, с хорошими эмоциями покинут так наш город. И действительно, красота и грация всех без исключения хореографических номеров в исполнении артистов ансамбля «Балкария» никого не оставили равнодушными. Ну а жители Карачаевского района со 101-м днем рождения вечно молодой Карачаево-Черкесии поздравляют иностранные гости. Заслуженная артистка Юго-Осетинской республики Нина Гатикоева и коллектив государственного ансамбля «Синт», обладатели гран-при сочинского фестиваля «Жемчужный Олимп». Хочется, конечно, вам понравиться, хочется оставить очень хорошее, теплое впечатление о себе. И мы постараемся все возможное сделать. Помимо концертной части, фестиваль еще имеет и весьма обширную культурно-просветительскую часть. Познакомиться с творениями мастеров народных промыслов и этнографического искусства гости и жители Карачаево-Черкесии в эти праздничные дни смогут на главной пешеходной зоне республиканской столицы по улице Первомайская. Ахмат Халкечев, Медина Жанкюзова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия.